Вы на канале «Умно и разумно». Представляем вашему вниманию приготовление домашнего сиропа от кашля, который состоит из двух ингредиентов – лимона и лаврового листа. Это чудесное средство для очищения легких и повышения вашего иммунитета. На приготовление у вас уйдет всего 30 минут. Пить это средство следует ежедневно по одной столовой ложке перед завтраком, обедом и ужином. За короткое время вы поправите здоровье своих легких, а дети могут спокойно пить этот сироп. Если кашляете и у вас болит горло, попробуйте выпить чай с лавровым листом. Сначала приготавливаем чай из лаврового листа от кашля. Для этого вам понадобится 5 листьев лавра и 250 грамм воды. После 5 минут кипячения выключите огонь и накройте крышкой. Дайте чаю настояться минут 15. Это отличное натуральное средство, и оно способно быстрому отхождению мокроты. Далее процедите чай через сито. Добавьте в чай сок половины лимона и по вкусу добавьте 1 чайную ложку меда. Выпивать следует такой чай по 3 чашки ежедневно. Лист лавра вы также можете сочетать с гвоздикой, луком, имбирем. На этом у меня все. Кому понравилось видео, делитесь с друзьями, знакомыми, ставьте лайки и не забывайте подписываться. Благодарю всех за внимание. Всем пока!